Полиция Краснодара возбудила уголовное дело против рэпера Хаски. Я послушал рэпера Хаски про Путина. Очень хорошие песни он поет. Прям молодец. То есть из-за этого, конечно, на него и наезд. Но сегодня поговорим дальше об этом. В Новокузнецке потушили пожар в торговом центре, но это уже баян. Такое ощущение, что я вот уже читал эту новость, да, то есть потом смотришь, нет, это не тот торговый центр, это другой торговый центр. Или второй раз там в торговом центре, вот, те, которые там горели в начале года, они сейчас уже повторно, по второму кругу стали гореть. ФСБ предотвратило несколько нападений на школы, заявил какой-то хрен представитель ФСБ Егоров, да, просто обалдеть. В октябре несколько нападений на школы предотвратили. Но они же должны как-то объяснять, почему школу расстреляли в Керчи. Говорят, вот стреляли, а 100 не расстреляли, потому что мы предотвратили. Представляете, какие товарищи сказочники, блядь, вот круче ФСБшников, сказочников вообще нет никаких. Такие наглые, такие вруны жесткие вообще просто. И вот 22 ноября на 63-м году жизни скончался генерал Игорь Коробов, это начальник главного управления, там, ну, короче, грушник, главный грушник. Говорят, он болел, я не знаю, ну, странно, что-то грушники прям погибли на грушников, да. И вот назван новый шеф ГРУ. Вице-адмирал Костюков Игорь, ну, он, так я понимаю, исполнял, пока болел, обязанности. И надо сказать, что этому Костюкову в 17-м году было присвоено звание Героя России. Интересно, за какие подвиги? Очень бы хотелось знать. За какой-нибудь очередной новичок, да? А вот двух подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе могут отпустить. Я уверен, что отпустят. Почему? Потому что, ну, я же вам говорил, что, как меня спросили, как будут развиваться события. Я сказал, что я вот папаша, там, главный росгвардеец, вначале он там очень сильно кричит, возмущается, ему все оказывают содействие, там, прокуроры, хмыри разные и так далее. Потом всех начинает затрахивать само это дело, вокруг очень формируется мощное информационное поле, и ему начинают намекать вначале, что давай там на тормозах, потише, наверное. А потом уже начинают в цвет говорить, слышь, заткнись ты, ну тебя нафиг, уже затрахали своей дочерью. Вот так там происходит, понимаете, то есть сейчас вот двоих уже отпустят, я так понимаю. Потому что нашли доказательства, что их там не было. А тогда с какой стати их арестовали, если их там не было? Потрясающая ситуация, просто потрясающая. Вот про рэпера Хаски мы уже сказали в двух словах, а сейчас, в общем-то, оказывается, выясняется, что возбудили дело по умышленному уничтожению чужого имущества. О чем речь, ни этот рэпер, ни его менеджер не знают, я так понимаю. Ну, кто-то там что-то написал, какой-то козел там ментовской, да, и по этому поводу возбудили дело, им нужно было основание. Песни он такие очень обидные, про Вову Путина поет. Ну, я и ожидал этого, потому что я думаю, что же они его так трамбовать стали. Несколько административных дел, и кроме всего, то есть все одновременно, уголовное, несколько административок, еще отправили на экспертизу его песни на экстремизм. Их артист. Кузнецова, это омбудсмен детский, прокомментировал дело о самоубийстве школьницы под Смоленском. И вот представьте, вот омбудсмен детский, чем она должна заниматься? Как вы думаете? Ну, наверное, в том числе вот профилактикой суицидов, чтобы не было таких вещей. И как Путин, да, который... Путин призвал так, Кузнецова призвал. То есть вся вот эта вот шобла там для того, чтобы кого-то к чему-то призывать. Херели совсем. И вот послушайте, это омбудсмен пишет. Как можно было не услышать, не увидеть? В характеристиках просматривается частое употребление фразы. Я имею в виду характеристика этой ситуации, которая имеется в нашем распоряжении. Усматривается частое употребление фразы. Была одна, ходила одна, ни с кем не общалась, и в конфликт не вступала, но и не было у нее друзей. Ну и что, неужели не было сигналом для того, чтобы разобраться или хотя бы
спросить, в чем причина этой ситуации. Кузнецова, это вот конкретная ситуация. А теперь вопрос тебе, Кузнецова. Суицид зашкалил, особенно детский, в России. Блядь, Россия уже на первом месте по детскому суициду. Тебе это не сигнал? Ты спрашиваешь тем людям, не сигнал, что там кто-то ходил один и так далее. А тебе это не сигнал, статистика? Ты чем там занимаешься, сволочь? Просто жесть какая-то. Сволочь выходит и говорит, вы там виноваты, блядь. Фига себе, тебя поставили непосредственно. Зачем туда? Я понимаю, зачем. Чтобы Путина восхваляло. Ну, блин, ну я не знаю, люди ни бога, ни черта не боятся. Никого не боятся, твари, а? Что должно было произойти первым после вот такого случая? Я уж не говорю про Путина. Путин тот еще, он никуда не денется, пока мы его не денем. Но это должна сразу была уйти в отставку, сказать, ну да, ну понимаю, видите, вот цифры, ничего не могу сделать. Это было бы честно. Если бы сказал, посмотрите, достал бы все цифры по лечению детей, что собирают на первых там каналах на лечение детей деньги, когда все кайфуют, да, эти, путинское шобло кайфует, да, по суициду. И многие другие вещи. Сказал, так, видите, вот у меня было там 10 пунктов, ну, образно, ни один не смогла. Ни насколько снизить, ничего не смогла сделать. Все, ухожу. Это честно, да? Или сказал, вы понимаете, вот я там вот билась как рыба об лёд, но вот здесь у меня вот показатели. Вот что сделала, вот что сделала, вот что сделала. И там серьезные показатели, допустим. Ну, может быть, и оставайся тогда. Жуть. И завуч вот заставил школьника удалить из телефона разрушающие психику картинки. Это в Новосибирске. То есть в Новосибирске, я так понимаю, что психику картинки кому-то разрушают, а картинки это в жанре аниме что-то там нарисовано. Представляете, какая психика у этого зауча, если ее там аниме раздражает в телефоне у школьника, уж к ней вообще никакого отношения не имеет. И вообще, что происходит? То есть психику разрушает путинское телевидение, психику разрушает режим, который создал невыносимую жизнь для людей, невыносимую жизнь для детей. И зауч это прекрасно знает, у нее такая же невыносимая жизнь. Я говорю, слышь, ты там аниме-то убери, потому что это вот самое главное зло. Блин, не знаю даже, как комментировать такое. И Татьяна Голикова рассказала о здоровом образе жизни. Ну, здесь вообще просто. Говорит, последствия нездорового образа жизни – это хронические заболевания, там, инвалидности. Что, рассказывает, что как пришла работать с министром здравоохранения и социального развития, ужаснулась количеству обращений по поводу онкологии. И вот дальше это прям Нобелевку надо давать. И поняла, что определенное количество этих заболеваний связано в том числе и с тем, что люди ведут нездоровый образ жизни. Блин. Представляете, открытие сделал. Оказывается, рак от нездорового образа жизни. Блин, тут нам рассказывают про вирусную составляющую, да, там, рака, про то, что это генетическое заболевание, там, и так далее. Люди уже лечить научились, Нобелевку за это получили. И тут вдруг раз Голикова нас всех просветила. Оказывается, это из-за нездорового образа жизни. Вот у меня был знакомый, он был солистом оперного театра. У него не было, он никогда в жизни не курил, он всегда голос берег, уж понимаете, ну, и так далее. И, ну, в общем, вел суперздоровый образ жизни. Он умер от рака, естественно, я думаю, не стоит даже объяснять. Таких вокруг было полно, кто умер, будучи очень здоровым, там, с точки зрения образа жизни, да, человеком. И поэтому, конечно, она, помните, как Трахтенберг говорил, что если бы от физкультуры была бы какая-то польза, да, в каждой еврейской семье висело бы по 3 турника. Вот это я могу этой Голиковой сказать, что, наверное, все-таки она
просто жадная, просто она не хочет, так сказать, возвращать то, что они собирают, потому что у них есть свои проекты, свои там квартиры в Лондоне, да, там, или еще где-то, свои поместья, им туда нужны деньги. Какие? Вы ведите здоровый образ жизни и башляете, да, и работаете там до бесконечности, а потом быстро умрите.